What the fuck? Это реально похоже на портал! Что вообще происходит? Откуда это? Да и в этом шкафе его никогда здесь не было! Нужно его проверить, окей? Я кину этот блокнот, есть... Чё творим, бро? Меня зовут Ферки, он из Сибро! Сразу же, просто сразу же бери подписи на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду! Ведь в это время Суприм банда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! А я как вижу, бро, тебе же не очень нравится быть под нами! Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду! И банда, я думаю, все замечали, что у меня есть этот странный шкаф, который очень старый и жестко не вписывается в тему этого дома. И тем более, он затемняет все видео, и вы, наверное, задаетесь вопросом, так же, как и я раньше задавался, зачем мне этот шкаф? Но, банда, все не так, как вы думаете. Я оставлял этот шкаф, и он все еще у меня стоит из-за того, что он старый. А я все же верю в легенды, что то, что старое, оно может нести в себе всякую мистику. И именно поэтому я верю, что этот шкаф может вести какую-то мистику. И все это время он стоял здесь. И я ждал. И в последнее время я уже начал думать, что все, никакой мистики в этого шкафа нету. И его уже можно просто выбрасывать на свалку. И вы не поверите, но ночью, в 3 часа ночи, как ни странно, почему-то именно в это время с этим шкафом начало происходить что-то странное. Ночью я пару раз слышал какие-то крики из этого шкафа, но эти были крики очень тихие и было еле-еле слышно, что я просто думал, что за стенкой соседи просто что-то кричат. Но в один момент случилось это. Я спал и услышал какой-то странный звук из шкафа, а потом увидел этот свет из шкафа. Что это все такое? Этот звук, который вы слышите на фоне, он идет из шкафа. Так. Нужно встать. Окей. Там реально какой-то свет, но в шкафе нету никаких фонарей. За шкафой что? Здесь пусто, ничего нету. Господи. Так. Ладно, нужно открыть эту шкафу и посмотреть, что там. Но в один момент, ночью, в этом шкафу начало что-то гореть. Оно светило ярким синим светом, и звук, тот звук крика или чего-то, он был намного громче, чем обычно. И поверьте, ночью, когда я это услышал и увидел, у меня чуть не остановилось сердце. Первое, естественно, что я начал делать, это снимать. Верно, ночью именно из-за этой двери светилось что-то странное, сейчас же здесь ничего нету. Я выбросил все вещи ради этого видео, чтобы показать вам. На вид это обычный шкаф, но вот что-то с ним все-таки не так, и мне обязательно нужно это проверить. И именно поэтому, банда, мы дождемся 3 часа ночи и посмотрим, что же будет происходить с этим шкафом. Потому что мне кажется, что с этим шкафом будет происходить явная мистика. И я обязан это проверить. Итак, Суприм банда, на часах 2 часа ночи 58 минут. Через 2 минуты будет ровно 3 часа ночи. На самом деле в этой комнате очень темно, спасает лишь то, что у меня есть софтбокс, который просто все осветливает. И мне немного не по себе от того, что я сейчас жду, что с этим шкафом будет происходить что-то странное. Окей, нужно дождаться еще 2 минуты и посмотреть, что же будет дальше. Кажется, началось. Там что-то светится. Вы это видите? Смотрите, вы это видите, там кажется, что-то светится. Начинает появляться этот звук, вы слышите, этот звук появляется. Здесь ничего нету, не видно. Тогда от чего появляется этот звук? Вы его слышите, я уверен, вы его слышите. Нужно открыть и посмотреть, что там. Окей, банда. Там реально, там что-то светится. Причем синим цветом. Блин. Окей, все, открываю. Что это? Какого фига? Что это такое? Почему? Что? Что это вообще такое? Суприм банда! Господи! Что это? Нет! О, господи! Это какой-то портал! Нет! Что? Блин, нужно его как-то проверить, это реально похоже на портал. Господи, что это? What the fuck, это реально похоже на портал. Что вообще происходит, откуда это?
Ты в этом шкафе, его никогда здесь не было. Нужно его проверить, окей? Я кину этот блокнот, если его засосет, значит, это реально портал. Что? Как? Как это произошло? Господи, это реальный портал! Это реальный портал, но куда он ведет? Я не буду его проверять! Нет, я очень дорожу своей жизнью, я не буду это проверять! What the fuck? Что вообще происходит? Какого черта, банда, вы это видите? Господи, я не буду туда прыгать, мне реально страшно! Почему я туда такой... Ай! Ой, блин, что это мое ужас? Ай! Здесь был портал. Вообще происходит? Там лежит блокнот, который я кинул тогда в портал, и он пропал. Здесь ничего нету. Здесь только то, что я писал еще давно. Вот оно. И все, это мои записи, но... Здесь ничего нету, его просто выбросило назад. Что? Что это вообще было? Понимали всю прелесть этой картины? Этот шкаф находится в моей комнате, где я обычно сплю. Я не понимаю, что, как? И что мне с ним делать? Его нужно немедленно отсюда выбросить. Господи, с этим все ясно. Этот шкаф портал в Нарнию или еще куда-то. Может быть, даже в сам ад. Я просто... Господи... Я без понятия, что делать с этим шкафом. И все. Здесь больше ничего нету. Сколько сейчас времени? Сейчас 3 часа и 10 минут. Ровно 10 минут это пробыло здесь и пропало. Все. Больше здесь никакого портала нету. Что это вообще все значит? Как? Почему? Почему именно сегодня? Почему раньше этого не было? Так много загадок. Окей, я не знаю. Возможно, нужно дождаться следующей ночи. Когда будет снова 3 часа ночи, у нас здесь ровно 10 минут на то, чтобы ознакомиться с этим порталом. Возможно, даже прыгнуть в него. Я знаю, это глупая идея, просто глупейшая идея. Но выбора у меня нету. Я должен это сделать. Окей, ладно, все, с меня хватит. Банда, пожалуйста, я без понятия, что это. Мне нужна ваша помощь, поэтому... Пожалуйста, напишите в комментариях, как вы думаете, что это такое? Почему оно появилось именно сейчас? Вчера ночью я заснял то, как там что-то горело. Сегодня там уже настоящий портал. И эти крики, эти ужасные крики, как будто это реальные крики из ада. Supreme Banda, я не знаю, что это все значит, но мне нужна именно ваша помощь. Напишите в комментариях, как вы думаете, что это и почему это случилось именно сейчас. Окей, банда, также если вы хотите, чтобы я залез в тот портал, то я не знаю, мне нужна какая-то мотивация. Давайте, если это видео наберет 3000 лайков, что для вас, банда, это вообще легкотня, то я полезу в тот портал и сниму, откуда же тот портал. Окей, про 3000 лайков, я лезу в тот портал. Реально, здесь такое только что происходило, а сейчас здесь просто пустота. Этому шкафу явно уже больше лет, чем мне. Возможно, это начало случаться после того, как я переселился в этот дом. Я просто без понятия. Фух, окей, банда. Даже не забывай, что если ты хочешь вступить в мою Supreme банду, то тебе стоит подписаться на мой канал, и тогда ты будешь моей Supreme банде. Самой крутой банде на ютубе, ведь кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, про тебе же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Supreme банде. Эй, бро, вот комменты из-под прошлого видео. Господи, ты какие они шикарные. Если бы мог, я бы обнял каждый из этих комментариев. Но, бро, если ты хочешь в последующем видео, то всего то, что тебе нужно, это нажать на лайк, колокольчик. И оставь свой комментарий, и все, ты уже в следующем видео. Лайк, колокол, комменты, ты уже в следующем видео. Такой вот простики, блядь, ко мне видео. А также про не забывай про мой инстаграм и ВК. Это все. Оставайся таким шикарным. Пока!